Так, здорово, мужики. Знаете, пока мысля не ушла, хотелось бы начать с того, что вы заметили, что ну, у нас контент, наш канал, это какой-то андеграунд. Вот смотрите, как будто бы есть, да, тусовка, вот, да, есть тусовка. А есть вот там где-то в стороне, блядь, наш канал, а вот там где-то в стороне наш канал. Вот у всех, знаете, оно такое, ну, плюс-минус, да, как бы под копирку. А у нас какое-то вообще из ряда вон выходящее. Вечно какая-то трешанина. Вечно, блядь, кого-то там съебем. Вечно кого-то срём, блядь. Ну, вот как-то так, как-то получается. Чё так, как-то сам так задумался, блядь. А, ну, как бы нормально, что, ну, как бы не так, не такие, как все немножко, со своей, как говорится, такой ебанцой. Вот. И, пацаны, как получается, так получается. Поэтому ещё раз просто призываем не принимать все близко к сердцу. А то некоторые там начали писать, вот, вы ж там говорили. Братан, да, ну пойми ты правильно, блядь, снимается каждый день. Сегодня одно сказали, завтра второе сказали. Главное, что вы знаете, что мы нормальные, адекватные пацаны. И не, ну, не все, что мы говорим, ну, со злом. Точнее, вообще ничего, ну, со зла нет. Ну, блядь, ляпнули и ляпнули. Это главное, это контент. Да, главное, парни, на свой счет просто не воспринимайте. Многие, ну как, близко к сердцу. Ну, если ты воспринимаешь на свой счет, ничем помочь не можем. Но еще раз вам говорю, что поймите правильно, это без негатива, вот, знаете, без злости, что вот есть там кого-то мы ненавидим и пиздец. Там вот мы можем просто стебануть эту оклейку. Но, бля, мужики, это, ну, опять же, дело ваше. Хотите — оклеивайтесь, хотите — не оклеивайтесь. Вот, и так далее. Вот. Был я тут это, про малый кузов. Ну, что-то на хуйню какую-то ляпнул сам. Думаю, блядь, Саня, нахуй, ты что, типа, творишь? Ну, как бы. Понятно, что мы так не считаем. Как бы работают ребята на малом, молодцы, зарабатывают. Ничего страшного. Как говорится, немножечко подрастут, опыта наберутся. Ну, ничего страшного, пересядут на большую газель. Они захотят, не пересядут. Это же дело такое. Поэтому, парни, ну, правда, блядь, без негатива, без... Никого не хотели там, знаете, унизить, оскорбить. Просто вот такой какой-то контент, вот такие какие-то люди, и все, и все. Так, парни, что вчера вот взял, получается, заказик вот такой вот, смотрите, мужики. На 20, вон, на 21-е, получается, взял заказик вот такой вот. Улица Лобачика, я вам зачитаю, вон, улица Лобачика, ну, чтобы контакты там не светить этого заказчика и так далее, вот. Будет сегодня на 10:30, улица Лобачика, это возле 3-го транспортного кольца. Дом 2, строение 1. И выгрузка на земляном валу. Что по... Ну, было написано, требуется газель 3 метра, либо портер. Ну, либо цельнометаллический. Груза немного. Вот. А по оплате 4500. Это будет, ну, 4 часа. Ну, и плюс 900 рублей это центр. Ну, и минус 10% нужно будет как бы логисту отдать. Вот. Ну, водитель строго РФ, туда-сюда подхожу. Я откликнулся на этот заказ, говорю, что там, актуален, не, ну, или уже закрыли, он не актуален, говорит, ты русский, говорю, да, русский, ну, там, скинул паспортные данные, там, для доверенности, ну, все сами знаете, вот, и получается, коротышок, без погрузки, разгрузки, ну, вот с такого вот начнем, потому что ребзики сами знаете, лучше, мне кажется, с такого начать, ничего не грузить и заработать побольше, чем в Яндексе бывает с погрузкой, разгрузкой, вот так вот решили, пацаны. Пока Яндекс ничего не дает, крутимся вот так, сами знаете, вот, поэтому, что еще, парни, хотел сказать, вы же знаете, что я такой человек, так же, как и мой брат, ну, палец в рот не клади, как говорится, без мыла в жопу можем залезть, если нужно, вот, пацаны, поэтому, ну, как бы работа плюс-минус всегда есть. Вот. Все, мужики, полетели, наверное, потом расскажем, покажем, что, как. Сколько будут... займет. Да, сколько займет. Да, будет, пацаны, сказал он, что там просто новогодние игрушки в коробках. Ну, или подарки, что-то такое, да. Ну, а так посмотрим, парни, сколько, что займет, там, быстро, не быстро. Если быстро, ну, вообще шикарный заказ. Если не быстро, ну, что, ну, значит, вот так вот будет. А что поделаешь? Все, парни, полетели. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние 3 года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков.
ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе «Эксперт Парк 2.0» с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с «Эксперт Парком». Тем временем, мужики, заехали мы во двор и нас уже загружают. Заявочка у нас без грузчиков, парни, поэтому я немножко так тусуюсь, охлаждаюсь, а брат тем временем залез в кузов, дабы помочь немножко поскладывать. Вот. Ожидаем, сказали, будет не особо много, и коробки очень легкие, судя по всему, потому что носят по 3, по 4 штуки. На концовочке у нас получилось вот такое вот количество коробок, сюда бы запросто хватило бы порта, ну, либо 3-метровой газели, как и было заказано. Сейчас забираем документы и уже выдвигаемся на земляной вал. Все, мужики, приехали мы на выгрузку. Сейчас нас мужики по-быстрому выкинут. И вот получается, что, как вы можете видеть, уже перевели деньги, получается, за этот заказ. 4 860. Ну что, парни, пушка летит в голову. Приняли вот такой вот заказ с двумя грузчиками. Сейчас покажу коэффициент, вставлю его на монтаже. 960 рублей, два грузчика, большой кузов. Вот такой вот относительно картошок. Все, поехали. И за этот заказ уже показал, там 4 860 у нас получилось чистым. Скинули нам, перевели. Ну что, ребятки, прямое включение. Вертушка в голову летит снова хейтерам, самым любимым хейтерам на всей планете Земля. Нет кэфов, конечно нет, пацанчики, бегите скорее, обклеивайтесь. Ну что, 950 рублей кэфчик как с куста. И уже 4 860, где правильно, на барсеточке. Все, пацаны, летим, посмотрим. Кузов L, два грузчика, заказик коротышок, заказик вкусный, заказик сладкий, все, классно. Клиент написал, въезд со стороны Кожевнической улицы. Я посмотрел, да, там шлагбаум со стороны Люсиневской можно, Люсиновской и со стороны Кожевнической. Клиент написал со стороны Кожевнической в комментарии. И получается, Васек, всегда звони клиенту. Даже если он не поднимает, блядь, звони ему, долби ему, заебывай его. Ну что, пацаны, пати-пати, понятно, не пошла катка. Хотел сказать, шейкер-шейкер, пати-мейкер, созвонились с клиентом. У клиента получается несколько позиций, которые нужно будет погрузить и погрузить и разгрузить. Поскольку платит клиент, а платит много, а кэф 950, а работы нет, а скорей плачь, все. Обклеивайся, блядь, и вози малый кузов, нахуй. Заебись сразу. Ну что, Васек, погрузка прошла успешно, 4 420. Все, огорчайся сразу. 420. Молниеносно огорчайся. Ой, едет у нас в машине. Короче, разобранная мебель, да, разобранные шкафы. Ой, такой, ну. А вон стоим, спим, нахуй, на зеленый свет. Ну, короче, покажем потом на выгрузке. 30 минут в пути. Ехать он 30 минут в пути, 13 километров. В час дня будем там. Конечно, не этот заказ, где 4 800, блядь, за час чистыми, но вы сами все поняли, мужики. Тяжелых позиций нет, но все равно их две штучки только, и все. Потому что не обклеенный возит с кэфом. Вот это огорчение. Ебать, для Васи ебать. Это будет огорчение. Конечно. Вот, поэтому, ну и все. Потихонечку выгружаем, мужики, снимать нет вообще никакой возможности, честно сказать. Почти все уже вынесли туда, занесли. Ну и вот здесь вот такая вот картина. Получается, выгружаем это все дело в хостел, куда-то в общежитие в какое-то. Вот. Так, все, пацаны, что-то прервалось немножко. Ну, чистыми, сами видите, вот, 3 639. Ну, такие дела. Все, ждем, вроде в зоне кайфа, гляньте, даже находимся. Поэтому что, мы будем ждать. Авось, что-нибудь фартанет нам. Приняли вот такой вот заказ, корпоративный, парни, коэффициент вы тоже видите на экране, вставлю при монтаже. Два грузчика, большой кузов. Че, к перевозке какие-то деревянные рамы, какие-то деревянные брусы, долгая поездка, получается, вот, в сторону Зеленограда, как вы можете видеть. Ну и все, подаем вам ТРЦ Европолис, сектор А, подавать 5 километров 18 минут, поэтому поехали. Не стали мы уже выебываться, коэффициент был хоть 660. И небольшой, 660 рублей. И корпоративный. Корпоративный заказ, хоть и ехать не совсем близко и не совсем, как говорится, в наши края, но тем не менее решили взять, потому что... А
мужики, вообще ничего не горит. Потому что вы, а нет, мы парни, хоть не обклеенные нам с кайфом, а ты тягай там без кайфа. Потому что да, сегодня у обклеенных коэффициентов не было. Ну вон все у необклеенных, ну вот у необклеенных. 660 было. Ну ладно, я все равно ставлю его потом. А я тебя так скидываю. Ну. Поэтому, ну все, парни, поехали. На деле посмотрим. Сказали, что загружать будем около, ну, примерно там 20-30 минут. А у нас что, выбор есть, что ли? По позициям, по количеству, то есть будет где-то половина машины. Ну, опять же, потом посмотрим. И, как обычно, по возможности буду снимать, поснимать, показывать. Потому что не знаю, вот как, кстати говоря, зрители, но, допустим, мне как зрителю, если вот я кого-то смотрю, то мне всегда интересно, что, кого, сколько везет, кого носил, кого не носил. Поэтому вот так вот, парни. У нас Бусти нету, пацаны, поэтому всегда цену вам говорим. У нас нет Зена, нет Бусти, да. И не будет. И не будет. Да. Если потому даже вот эта вот новость там, да, возможно, кто-то слышал, что YouTube там что-то хотят прикрыть и так далее, то если даже до этого когда-то дойдет, а она, эта новость, уже не первый год и не первый раз, то перейдем на другие площадки. Есть очень много других площадок. Но это не будет Бусти, где вам нужно будет за просмотр, блядь, бабки платить. Не. Ну пока, по крайней мере, пока. Бабки мы любим, но настолько, блядь. Ну, пацаны, ну не заниматься хуйней, но. Мужики, ну не 40, не 50. Такой хуйней заниматься. Спасибо. Не 40, не 50. Сегодня. Поэтому поехали, че. Загрузились мужики этими рамами, палками, ничего там не снимал, потому что люди стояли на выгрузке, попытаюсь подснять. Загружались около, ну, получается, искали вот это вот место, где нужно именно загружать, и загружались в общей сложности почти 40 минут. Не так долго ехать, 35 километров. Ехать показывает 35 километров в час, одну минуту. А, ну да, вот. Да, вот здесь. Ну, да, вот здесь, да, он сказал, вот, выезжать. А это что, ну легкий заказ? Нормально, заказ как бы, ну, нормально, адекватный, нормально, ничего такого. Долго не могли друг друга найти. О, сюда грузовика. Не понимали друг друга и поэтому не могли найти. А. Ну что, Васяка, как тебе такой уровень, такой стиль? Снова, сука, врываемся в игру и снова разъебываем. Классно, классно, классно. Ну и все, пока. А это что? Это получается 4 рубля? Это же корпорат. То есть этот у нас был на 4800, уже плюс 3600 и плюс 4, блять, мы богаты, сука, нахуй богаты. Пятёшку. Плюс пятёшка. Плюс машина просто пятёшка за час. За тот мы заработали 3600 за час, и за этот тоже за полтора часа тоже 4 рубля. Извините, придется радоваться. Яндекс, пацаны, не знает, как нас заманить в свои сети на обклейку, но мы, пацаны, не сдаемся, лавируем, как рыба в воде. Знаете, вот сетка стоит, бывает же, да, вот смотришь, и рыба умная, блядь, перепрыгивает эту сетку. А бестолковая бежит, клеится. Вот, ну, короче говоря, мужики, у вас зелень, потому что вы уже у Яндекса на крючке, а нас Яндекс не знает, как заманить свои сети. Вон, никак не хотим мы попадаться в его сети на обклейку, вот он кидает всякие, давай, блядь, беги скорее обклеиваться, но мы пока держимся. Вот такие вот, парни, были всякие шуши-муши. Видите, вот там слева это получается палки, а справа это вот эти вот. По доходу этот заказ составил 4281 рубль. Ну, короче, почти 8 рублей видеть. С Яндекс. Да. Все, Васек, давай скорее, готовь платочек, плакай. Смотри, Васек, на тебя собака лает. Вот там. На тебя собака лает. Вот это. Все, пацаны, дальше. А, 7900, извините, наебал. 7900. 7912. Ну ничего, простите. Ничего страшного. Ничего страшного. Хотел собаку снять, она съебалась. Да. Ну и ладно. Так. Ну что, мужики, все получается. Немножко подустали, хорош на сегодня. Давайте, по пробегу что у нас так? Сейчас прикину, первый, это где-то 130, там 130 с чем-то. Но округляем, как всегда, в большую, поэтому 150. По топливу Кассандрич, Кассандрик, Кэсик. Тысячу. Не придумал, как еще там, это, тысячу обозвать. Кассандрич, тыщеночка. Кэсик. Тыщеночка. Ну и все, больше я не знаю. По заказам, что, этот первый клиент,
получается, там его за час выполнили 4 860, наши не получилось. Второй заказ по Яндексу КФ был 950, все вставим, сами увидите. Там 3600 с копейками получилось. И третий заказ 4280 получилось. Короче, 7900 с Яндекса получилось. 7912 с Яндекса и 4800 свой, пускай даже 4500 будет и 8, это 12500. Минус Кассандрик на топливо, на линии мы сегодня, если от дома, во сколько вышли мы, в 9300, но мы с 9 округлим вам. И до 5. До 5. 8 часов. Все, пацаны, снова налегке вообще. Заказы были легкие, просто вот так, понимаете. Стейк этот на сковородочку. Сковородочку разогрел. Пару стейков туда вкинул, 3 стейка поджарил. Красиво покушал. Не устали, ничего. Ну, как говорится, и меру надо знать. Отдыхать тоже надо. И собака вам говорит, что отдыхать.